Всем привет! Меня зовут Николай Соколов, и в этом занятии мы попробуем с вами разобрать вот такую небольшую гитарную секвенцию в тональности ми мажор. Что такое секвенция? Секвенция — это повтор мелодии от другой ноты. Если мы с вами попробуем чисто теоретически сначала разложить все ноты на грифе, то у нас получится что? То, что... На второй струне. На третий. На четвертый. На пятый. На шестой. Для чего нужны нам вот эти все ноты? В принципе, я мог сейчас не играть пятую с шестой, потому что в данной секвенции мы не использовали эти струны, поэтому они нам сегодня не понадобятся. Также, например, все вот эти нотки, которые здесь у нас идут на первой, второй, третьей струне до определенного лада, они все у нас появляются здесь на картинке. Вы их видите сейчас. То есть эти ноты как раз мы и играем с вами. А теперь смотрите, что у нас получается. Мы начинаем с вами играть фразу. Это у нас получается с 16-го лада. Потом делаем прыжок межструнный. Потом снова возвращаемся на первую струну. Опять межструнный скачок. И дальше уходим на третью струну. Вот это наша фраза. Теперь смотрите, смысл какой. Если посмотрим на эту фразу в нотках, вот она у нас, то мы видим определенное движение. Потом скачок, потом снова скачок, потом снова скачок. Вот. И теперь такую же фразу, если мы в нотах, именно в нотах это видно, мы ее сдвинем ровно на одну нотку ниже, то получается, в принципе, тот же самый рисунок на нотах, но аппликатура уже немножко другая получается. Дальше еще сдвигаем на еще определенный промежуток. И еще. Здесь очень важно подобрать аппликатуру. По поводу ударов медиатора. Обращаю ваше внимание, что здесь мы играем по правилам переменного штриха, но также делаем пулы. Например, когда мы играем на первой струне, то вот эту ноточку мы с вами делаем пулом. Для чего? Оп, я сделал пул. Для того, чтобы было время подойти к третьей струне. Потому что если, например, мы играем с вами очень быстрый темп, то правая рука просто не успеет сделать скачок. А если играть пулы, то... то получается, что у нас есть время успеть кисть перекинуть на третью струну. Поэтому играем через пул. Сейчас посмотрим эти фразочки. Первая фраза. Вторая. Третья. Четвертое. Пятое. Шестая. Седьмая. Восьмая. Таким образом, у нас с вами получается 8 фраз. Каждую из этих фраз вы можете проиграть отдельно, чтобы отработать скачки межструнные, и просто поиграть сам текст, поработать с пальцами, потому что здесь, в принципе, очень сложное положение пальцев, как вы сейчас видели. И я думаю, такие секвенции, они, в принципе, достаточно интересно играются и придумываются очень легко. То есть, например, можно любую фразу взять, какую-нибудь, например, вот такую,
И эту фразу, например, очень легко, это Пол Гилберт из какой-то школы, из его очень такой старой. И эту фразу точно так же по двум струнам ее играть в начало грифа. А потом то же самое прийти, например, и доиграть назад, например, вот так вот. Такие фразы, в принципе, они, ну, достаточно простые, достаточно легко учатся и ложатся на слух. Если говорить о том, как, например, играть межструнные скачки, для того, чтобы не делать грязи, то здесь мы глушим двумя руками. И правой рукой, и левой рукой. Правая рука у нас глушит при переходе на соседнюю струну. Я не буду объяснять эти все фразы, потому что это все повторяется, все то же самое. То есть техника, она везде одинаковая на каждой фразе. Например, вы сыграли первую струну, перешли на третью струну, и тем самым мизинцем вы слегка притрагиваетесь ко второй струне. Оп! То есть вот вы поставили мизинчик в таком положении, у вас получается, что вы... Оп! Все, заглушили ненужные звуки. Теперь заново приходим на первую струну и обращаю внимание на правую руку. Смотрите, то есть мы, получается, с вами сыграли. Оп! И я поставил вот эту часть пальца, и я прикоснулся ко второй струне. Ну, вообще, в принципе, к струнам. Вот в таком положении. Вот. И перед тем, как извлечь звук, оп! То есть у меня палец идет сюда, и он как идет как проходящее движение. Потом заново я прихожу на третью струну, и палец ставлю вот опять под таким же углом, так, чтобы прикасаться к соседней струне. Тем самым вот эти струны, которые у нас внизу идут, первая со второй, они не дают никакого нам с вами шума. Если так не делать, получится вот что. Если мы пальцы с вами поставим в таком положении. То есть, когда мы пальцы с вами отпускаем, то струны дают некий такой призвук нехороший, призвук грязи. Поэтому, чтобы его избежать, мы с вами как раз и делаем такие некоторые приемы для того, чтобы было все чистенько и аккуратненько. Попробуйте сыграть данный пассаж. Я думаю, он пойдет на пользу не только для ваших рук, но еще для вашей головы. Так как этот пассаж – это секвенция, и желательно его, конечно, продумать самому. То есть не смотреть на табулатуру, а играть самостоятельно. Желаю вам удачи. Пока.